Всем привет, на канале Строго Ранта Анапа. И в первую очередь, друзья, с наступающим новым 2024 годом. И сегодня очень актуально подвести итоги нашей кампании. То есть узнать, что интересного было за год, что произошло, а событий было действительно очень много. И сегодня мы решили встретиться со старшим менеджером компании Константином в центре города, чтобы задать ему много вопросов о том, чем... Гость, привет! Приветствую! Ну, во-первых, с наступающим, лично спасибо, от меня. Спасибо, вас тоже. Спасибо, очень приятно. Константин, Новый год. Год заканчивается. Есть ли компании что рассказать? Я предлагаю сразу поэтапно пройтись по жилым комплексам. Итак, Морской. Чем он запомнился в этом году по своему развитию, строительству? Морской в этом году все, что мы хотели, мы сделали, получается. Мы полностью достроили все три очереди и практически все продали. И сейчас уже мы строим четвертую очередь. Это улица Земляничная, где тоже идут хорошие объемы, а также продажи. И уже там тоже сделали газ, поэтому берут, заселяются. В общем, все довольны. Я в Морском был, Кость, не так давно. Вот снимали очередной обзор дома. И мне кажется, что там уже осталось буквально 2-3 дома. Может быть, я ошибаюсь. Есть еще что посмотреть? Ну, это 2-3 дома было у нас на третьей очереди и один на первой, который уже у нас забрали. Сейчас мы, говорю, что четвертую улицу Земляничную строим. Там есть на сегодня в районе, может быть, 10 уже готовых. И около, там, может быть, тоже 10 на этапе строительства. Угу. Поэтому еще есть маленько. Хорошо. Жемчужный жилой комплекс Цибанабалка. Меня не было очень давно. Я приехал и увидел, что там с третьей очередью вы шагнули за год, за полгода очень быстро. Как так произошло? Мы практически в начале года заходили. Это была середина второй очереди. На сегодня могу сказать, что практически третью очередь уже все распродали. Но есть еще земельные участки, на которых, в принципе, мы можем строить людям хорошее доступное жилье. Газ. Всегда мы говорили, что он будет в этом году, он произошел. Если он, все ли было так? Просто рады ли жильцы, кто уже приобрел себе жилье? Да, газ уже полностью сделали, всю разводку по поселку, вывели уже к фасаду домов, уже заключали договора, поэтому в 23-м году не успели, думаю, в 24-м году газ уже жильцам дадут. Хорошо, идем дальше, ближе к Темрюку, к Азовскому морю. Встречный, что там интересного? Потому что я видел только обзоры, дома, да, растет. А вот фишка этого года какая там самая яркая? На Встречном мы полностью так же, как и обещали нашим жильцам, что газ там будет, и уже первые жильцы стали им пользоваться. Поэтому с газом там тоже вопрос мы решили. Ну и также строим дальше. То есть развивается, то есть я конечно видел, что там вы еще осваиваете, да? То есть, может быть, уже освоено, вернее. Да, есть такое. Хорошо. И самый интересный момент, наш жилой комплекс, который ближе всего к Азовскому морю, это, конечно же, Азовский. Вот что там произошло? Вторую очередь уже все довели до конца, распродали? Мы первую очередь полностью застроили и все распродали. Сейчас уже строим, получается, вышли на вторую очередь, где тоже очень хорошо берут. Не успеваем там возводить, потому что спрос очень хороший. Там действуют у нас льготные ипотеки. И молодые семьи берут, переезжают в свои дома. И, в общем, это нас радует, что Азовский очень хорошо зашел именно для Темрюка. Мне часто задают вопрос, когда встречаюсь с людьми, ну, даже на улице, да? Спрашивают, работаете ли вы там с какими видами ипотеки, с материнским капиталом, и есть ли юридическое сопровождение? Вот есть ли это? Полностью юридическое сопровождение у нас есть от начала до конца. Работаем со всеми ипотеками, в том числе также пользуемся и материнским капиталом, и военными сертификатами, сертификатами по переселению также, как бы, мы пользуемся. Поэтому занимаемся со всеми видами оплаты, в принципе. Есть рассрочка, как и говорили. Надо развиваться. Вот мне так показалось, когда, ну, лично мое, да, субъективное мнение, что все-таки не так много домов осталось в свободной продаже во всех ЖК, я имею в виду. И вот-вот, ну, все мы построим. Планы на будущее есть? Можно не раскрывать карты? Прорабатываем еще, как говорится, поселки, земельные участки для того, чтобы также строить и давать людям хорошее, качественное жилье по доступным ценам.
Константин, мы выходим уже в эфир в канун Нового года. И вот от вас, от компании, пожалуйста, ваши поздравления всем зрителям. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, с Рождеством. И желаю, чтобы в Новом году ваши все желания по переезду на юг, к морю, могли осуществиться. Поэтому наша компания «Стройгарант Анапа» поможет вам в этом. Сделаем все возможное, чтобы ваш переезд был самый удобный, лучший и счастливый. Всех с наступающим Новым годом и с Рождеством. Всем пока. Всем пока, дорогие друзья. Смотрите нас в следующем году. Если есть вопросы, задавайте, звоните, пишите. Ждем ваших комментариев, поздравлениями. С Новым годом. Пока. Пока. Спасибо, Костя. Пока. Пока.